Всем привет, с вами SteveProv, и сегодня я покажу вам модный новый поршень для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, после установки этого мода в нашем мире появится довольно много разных поршней. Ну, первый поршень — это обычный поршень, который поднимает блоки всего лишь на один блок. Ну, они различаются тем, что один липкий поршень, один обычный. Но второй вид поршней уже поднимают блоки аж на два блока вверх, что дает возможность строить более продвинутые механизмы. Третьи поршни поднимают блоки аж в три раза длиннее, чем эти. Вот. Четвертый поршни поднимает блоки четыре раза. Можно сказать, это просто суперский мод. Ну, просто, не знаю, можно сделать гигантские механизмы, которые даже нельзя сделать на ПК. Но на ПК тоже есть похожие моды, даже не похожие, такие же моды, но теперь эти моды есть не у нас, хотя поршней у нас еще все равно нет. Ну что ж, давайте поставим последний поршень, но почему я его не ставил, потому что, если честно, он какой-то непонятный, потому что, ну, он просто написано ультра, но на самом деле он никакой не ультра, он поднимает блок всего лишь на один блок. Ну, может быть, вы разберетесь и скажете, в чем фишка этого поршня, но я никак не пойму. Так, это вроде обычный поршень, вот. Смотрите, я ставлю сюда рычаг, наверх ставлю любой блок, допустим, вот такой, и после чего я активирую этот поршень, и у меня почему-то он поднимает всего лишь блок на один блок, хотя это необычный поршень. Ну, возможно, вы скажете, почему это, и я выслушаю вас и сделаю так, и разберусь. Я не знаю просто-напросто, в чем может быть связана суть. Вот. Ну, мод, по идее, классный. Скачивайте и оценивайте его. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.